растения наши зимой мучаются, правда? Так вот, наша задача им помочь. И сейчас я скажу, какую листовую подкормку можно сделать очень быстро из банановой кожуры. Я вчера замочила эту банановую кожуру и время от времени ее вот так взбалтывала. Так она быстрее отдаст свои питательные элементы. И дальше мне нужно процедить. Можно ее замачивать дважды. Это можно еще раз залить. Простоит она у меня еще сутки. Можно будет поливать или делать листовую подкормку. Сегодня приобрела себе вот такой пульверизатор. Мне останется только залить раствор. Заливаю я банановую воду. Больше, чем 1,5 литра воды. И остальное до 2 литров. Где-то 400-500 миллилитров. У меня банановая настойка. Но смотрю, что надо процедить сильней, потому как может забиться мой пульверизатор. И сейчас я профильтрую еще раз. Получился у меня вот такой приятный кремового цвета настой. И сейчас я проведу обработку. Но так мне этот понравился пульверизатор. Замечательно работает. Посмотрите. Разбрызгивание происходит интенсивное. Не все получают листочки нужное количество влаги питательной. Поэтому необходимо пройти и снизу, и сверху листочка. Пришлось процедить 2 раза, потому что сильно забивается. Даже процеживала через ватный диск. Поэтому, если нужна корневая подкормка, значит, сразу же можно поливать. Если нет, надо процедить, потому что забивается очень быстро. Красота! Все растения получают нужное количество питательных веществ. Одно удовольствие таким опрыскивателем работать. Посмотрите, какая красота. Везде, везде пройду, все обработаю. Особенно это хорошо делать в солнечный день. Все растения у меня получат нужное количество питательных веществ. Красота! Правда, влажность в доме сразу же увеличится. Аж какое удовольствие я получаю, а? Красотища! Зато все растения мои напитаются, получат нужное количество питательных веществ. Помните, в детстве водяные пистолетики вот так стреляли. Вот и сейчас такой же ажиотаж. А здесь у меня растения, которые я принесла с улицы осенью. И, конечно, они тоже должны получить питательные вещества. Это газания. И скоро она тоже будет во внимании. Это с прошлого года я занесла сюда с осени.